И, ребятки, мы делаем алмазное копье! Где же оно? Появляйся! Почему оно невидимое? Почему копье невидимое? Серьезно, как? Всем привет, ребят, с вами Солид, и сегодня мы поиграем с вами в Муму ИО, потому что она недавно обновилась, и здесь много чего добавили. А перед началом ставь лайк, если хочешь, чтобы я еще раз ходил в Муму ИО. И вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, просто пиши много комментариев. А мы заходим. Давайте уже зайдем за любой цвет. Давайте обычный поставим. Так, отлично. Мне дали уже золото, еду, дерево и камень. Это потому, что у меня есть бонусы, которые в главном меню. Что тут у нас появилось, ребята? У нас здесь куча всего нового появилось. Это первое, что появилось в этой игре, это утка золотая. Или желтая, ну, без разницы. Которая дает нам очень-очень много золота. Но найти ее трудно. Вот, так что, может быть, мы ее сегодня найдем. Также здесь добавились новые спиннеры-колючки, которые крутятся вокруг себя. Вот, мы можем, в принципе, сделать даже из них базу. Попробуем. Вот, если получится, конечно. Если меня тут не убьют. Потому что я уже давно не играл в Муму ИО. И, возможно, я потерял свой навык, свой скилл. Давайте, кстати, какую-нибудь шапочку прикупим себе. Давайте за белого мишку будем играть. Потому что сейчас уже зима. И вот, и белые мишки выходят на охоту. Почему бы и нет? Так, давайте побыстрее. Нужно меч... побыстрее накопить и уже потихонечку всех убивать. О, точно, я еще, ребят, забыл про то, что здесь появилось новое копье. Самое длинное, самое большое, самое настоящее копье. Смотрите, что здесь написано. Здесь написано то, что оно действует очень далеко, но мне кажется, что урон не такой большой. Хотя, может быть, и наоборот, урон большой, но видите, как он долго бьет. Надо проверить, ребят, надо проверить. Давайте посмотрим. Идите ко мне, идите сюда. Опа! Так, 45. Неплохо, ребята, неплохо. Это, в принципе, очень даже круто. Это... оно действует, видимо, очень далеко. И мы можем сражаться издалека. Давайте попробуем еще раз побить кого-то. Давайте вот этих чувачков. Иди сюда. Во, видите? Он не достает до меня, а я достаю. Давайте вот этого мечника. Во, иди сюда, рыцари. Считайте себя кланом, идите сюда. Вот, одного уже, ребята, убил. Вот так вот мы просто берем и всех... О, даже через ресурсы, ничего себе. Копье-то, оказывается, хорошее оружие, ребята. Копье-то у нас очень хорошее оружие. Так, давай, иди сюда. Я сейчас целый клан попробую загасить. Так что урон, ребята, очень большой. Ага, сейчас тебе. Ловушку он сюда поставил, нет уж. Их очень-очень много. Иди сюда, нет. У него тоже, видите, копье. У него тоже большое копье, и меня убивает волк еще, блин. Сзади волк подошел, я его не увидел. Ну ничего, сейчас мы докачаемся. Я понял то, что здесь появилось копье. Нужно тогда с копьем раскачиваться и пока не приставать никому. А то меня быстро тут убивают. Так, неплохо. Ух ты, утка, ребята, утка! Иди сюда, нет, не убивайте уточку. Не убивайте уточку, моя уточка. Нет, она убежала, ребята. Она убежала, моя! Ура, ребята, я убил утку только что на ваших глазах, офигеть. Она дала мне сколько? Она мне дала, по-моему, 2000 золота, да? Если не ошибаюсь. А, вот еще одна утка. А чего? Их тут очень много, на самом деле, этих уточек-то. Я думал, что и она всего лишь одна тут, но оказывается здесь их много. Либо она просто рядом со мной появляется. Видимо, я такой удачный паренек, поэтому мне везет с этими утками. Наверное, единственный минус с этим копьем, то что мы очень долго бьем ресурсы. Ну, просто скорость атаки очень маленькая. Я сейчас пойду ближе к этому клану. ГГГ клан. Отлично, смотрите, как нас много. О, и будем здесь просто бить все эти ресурсы. Замечательно, просто шикарно. Так, неплохо. Бьем ресурсы. О, нет. Смотрите, какой-то чувак вышел из-за клана. Мы его убили. Так, и давайте дальше будем прокачивать уже колючку тогда. Посмотрим на эту колючку. По-моему, на 9 уровне она станет новая колючка. У всех копья. Все теперь будут выбирать копье, потому что это реально очень сильное оружие сейчас. То есть нет смысла брать меч, если копье можно спокойно всех убивать. Кстати, интересно будет, как выглядит золотое копье и алмазное. Так, опа, коровка. Вот, и спокойно просто берем и добываем. О, смотрите, колючка крутящаяся. Офигеть, спиннер-колючка. Самый настоящий спиннер. Да, прикольно, ребят. И, по-моему, этот спиннер наносит больше урона, чем обычный. Надо будет проверить потом, сколько он будет наносить урона. Ну, неплохо. Смотрите, тут какой-то большой клан. Нет. Осторожно, ребята. Какой-то чувак взял и вышел из клана. Предатель, вот предатель. Давайте, бейте его.
какой-то Норик, смотрите, вышел. Плохой чувак. Очень плохой чувак. Сейчас мы его убьем. Я всегда держу палец на печеньке, чтобы меня тут не убили. А то могут меня легко убить. Давайте мы дальше прокачаем турелечку. Так, у нас тут уже арбалет появился. Хорошо. Берем арбалет и дальше, смотрите, добываем ресурсы. Я хочу сейчас протестировать, смогу ли я прокачиваться дальше на турельках. Мне кажется, что я смогу дальше добывать ресурсы с помощью турелек. Потому что, когда мы их разрушаем, мы вроде бы получаем больше ресурсов. Но это не точно, я еще это не проверял. Осторожно, бейте его, отлично, убили. О, и смотрите, мы можем уже прокачать колючку. Мы можем либо сделать ядовитую колючку, либо крутящуюся колючку. Давайте сделаем крутящуюся колючку. Офигеть, смотрите. Мы, конечно, можем сейчас выйти из клана, убить всех, но я не хочу предавать наш клан. Все-таки, видите, здесь все живут мирно. Мы уже строим базу большую, огромную. Это очень круто, ребята. Это просто замечательно. Бычка убьем сейчас побыстрее. И протестируем нашу колючку. О, ничего себе, она круто, смотрите, как бьет. Офигенно, просто офигенно. Мне кажется, больше урон. А, кстати, вот, ребят, как выглядит золотое копье. Вон, видите, у чувака уже золотое копье имеется. Неплохо. В принципе, так же, только просто золотое. Меня убил какой-то чувак в клане, вы представляете? Просто выходят люди, вот так вот просто в крысу выходят и убивают. Блин, что же делать теперь? Мне придется теперь заново раскачиваться. Я придумал, ребят, как очень быстро можно развиваться сейчас. Мы сейчас не будем прокачиваться до оружия, потому что, когда мы ходим с оружием, мы очень медленные. Вот, а когда мы бегаем с таким маленьким топориком, мы очень быстрые. Вот, также мы очень быстро можем добывать ресурсы с помощью этого топорика, так что сейчас нет смысла даже прокачиваться. Величайшая тактика новичка. Будем ее так называть. И я, ребята, накопил ровно на 2 турелечки, смотрите. Давайте посмотрим, сколько они будут давать нам ресурсы. Давайте вот сюда поставим одну. Ага, и вот сюда вот поставим одну. Они ресурсы вообще не дают, я не знаю... Тогда какой смысл? Какой смысл тогда? А, я знаю зачем. Я знаю зачем. Это нужно для того, чтобы мы побыстрее прокачали свое оружие. То есть турельки нам ресурсы не дают, но зато мы прокачиваем свое оружие. То есть мы скоро докачаем его до золотого. Опачки, опачки, уточка, уточка. Смотрите, там бегает уточка. Сейчас мы ее выловим. Сейчас мы ее выловим. Иди сюда, уточка. Опа, 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 опа. А вот она, на тебе. Отлично, убили уточку, ребята. Уже вторую уточку поймал сегодня. Сегодня день уточек. Убиваем Нурика. Отлично. Ух ты, бычок, смотрите, пришел. Сейчас мы его словим. А, дерева нету, ребятки, дерева нету. Дерева-то нету у нас. А, бычок, подожди, сейчас мы тебя убьем. Так, ловим быка. И ставим колючку. Под жопу ему. О, пошло дело. Смотрите, какая она крутая. Она, видимо, издалека тоже действует, видите? Да, это колючка. А, стоп, это... А, я случайно прокачал ядовитую колючку. Я-то думал... О, ребята, у нас появился уже золотое копье у нас появилось. Отлично, ребятки. Пока ничего не буду прокачивать, давайте попробуем сделать алмазное копье. Интересно, смогу ли я сделать алмазное копье? Уже есть золотое. В принципе, алмазное копье тоже делается очень-очень легко. Мне кажется, что урон немножко побольше стал от золотого копья. Я раньше думал, что золотое копье ничего не дает, но вроде как урон немножко увеличился, по-моему, на 5. Увеличился, по-моему, по 45 я снимал. Вот, шикарненько, просто развиваемся, без клана, без всего. Кстати, у меня мельницы стоят там, где сейчас клан находится. Они думают, что это их мельницы, но это мои мельницы там стоят. Когда я еще был в клане, я там их поставил. Так что мы можем спокойно сейчас без мельниц здесь выживать. И, ребятки, мы делаем алмазное копье. Где же оно? Появляйся. Почему оно невидимое? Почему копье невидимое? Серьезно, как? Как это так сложилось? Ребята, смотрите, у меня невидимое копье. Офигеть! Офигеть! То есть алмазного копья сейчас еще не существует. И мы сделали себе алмазное копье. Ничего себе! Что происходит? Почему? Давайте посмотрим на урон, какой я буду наносить. Давайте, быстрее, быстрее. Мне нужен враг какой-нибудь. Я хочу его протестировать. Ну-ка, по бычку я сколько буду наносить урона? Иди сюда. По 53, ребята, по 53. То есть еще плюс 3 урона. Неплохо, неплохо. Делаем просто невидимое оружие бесплатно, без регистрации. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, осторожно, спокойно, спокойно, спокойно. И, ребята, первое место уже у меня в топе. Это значит, что я могу купить себе шапочку самурая. Отлично, вот это сила, ребята. Вот это сейчас силушка пойдет. Самый настоящий самурай, самый крутой самурай. Отличненько. Так, что тут у нас есть?
Давайте, мы теперь читеры, у нас невидимое оружие, попробуем разгромить какой-нибудь клан. Тем более, что у меня уже еда есть, все есть. Вот у нас здесь клан появляется. Ах ты какой, ах ты какой, ах ты какой. Во, убили, ничего себе. Одного врага уже убили, ребята. Так, иди, иди сюда, чувак, иди сюда. Убиваем, давайте, спокойно, спокойно, спокойно. Главное, работать очень аккуратненько. Без паники, аккуратненько работаем. Вот так вот. Осторожненько, опа, опа, убили, ничего себе. Всего лишь два удара нужно, чтобы убить врага, ребята. Всего лишь два удара. Убиваем вот этого чувака. О, смотрите, какого-то крутого чувака убил. Вот это да, ребята. Идем дальше, уничтожаем все эти мельницы. Ха-ха, вы-то думали, что будете такими крутыми здесь на севере. Нет уж, нет уж, я тут читер теперь. У меня невидимое оружие. Во. Осторожненько. Опа, убили, убили чувака, еще одного убили. Неплохо, неплохо, ребята. Просто громим тут все. О нет, я забыл лечиться, ребята. И меня убил какой-то бул, бычок убил. Но все равно это было круто, ребята. Это было просто что-то. Я не ожидал, что я смогу сделать какое-то такое крутое оружие, но я сделал его. Теперь вы знаете, как сделать невидимое оружие в Мумуио и захватывать полностью север. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, ребят.